Тротуаров у нас нет, освещения у нас нет. Вот представьте, как. Три фонаря на всю территорию ГП-2 в деревне Папушево. Этого недостаточно, говорят местные жители. Особенно если учесть, что поселок активно развивается. У нас вообще 68 домов сейчас строится. Практически на каждом участке строится, потому что у нас газификация 2 года назад у нас. С газификацией проблем не было. Теперь в планах решить вопрос и с обустройством новой линии освещения. На проведение работ потребуется около 2,5 миллиона рублей. У нас темнеет поздно, поэтому мы все же на осень запланировали это все, и я думаю, сделаем. Еще одна наболевшая проблема местных жителей – отсутствие полноценного магазина. Раньше универсам был, но закрылся. Из-за нерентабельности. Теперь ближайший в 3 километрах от Назарьева. Глава округа дал поручение профильному заместителю подобрать в поселке подходящее муниципальное помещение и заинтересовать им ритейлеров. Также в планах привести в порядок и местный рынок. Евгения Августина, телекомпания «Одинцова».